И новость последнего часа, связанная с Сирией. Гуманитарная операция в Восточной Гуте будет завершена в течение нескольких дней. Об этом заявили в нашем генеральном штабе. Чуть ранее в Российском центре по примирению сторон отметили, что в свои дома, освобожденные от террористов, вернулись уже более 50 тысяч человек. Перед приездом жителей дороги и здания тщательно проверяют сирийские военные. Они находят целые склады с боеприпасами, которые боевики не успели выпустить по Дамаску. Только на одном из них хранилось свыше 500 мин, произведенных в Соединенных Штатах и Болгарии. Также обнаружены цеха, в которых боевики сами делали снаряды.